Уже ни для кого не секрет, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится 24 октября в Лас-Вегасе и Абу-Даби с оппонентом Джастином Гэджи. Кроме того, ходят слухи, что действующий чемпион ММА Хабиб собирается провести бой с экс-чемпионом UFC Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года. Свое желание Хабиб высказал комментарием к посту в Инстаграм. Хабиб много раз говорил о том, что считает канадца величайшим бойцом в истории смешанных единоборств. Возможно, мы подеремся с Сент-Пьером. Это будет большой бой, потому что Джордж – чемпион среднего и полусреднего весов. Я просто хочу крушить людей. Вот что я хочу делать. Неважно, Дастин это, Тони или другой оппонент. Претендентов на бой с Хабибом несколько. Это Тони Фергюсон, Жорж Сен-Пьер и Конор Макгрегор. Денег у него достаточно, мотивации у него нет, его наследие — это деньги. Мое наследие — крушить. Проблем, что ты говоришь? Борьба у тебя нулевая, грэплинг у тебя нулевой. Я разнесу тебя. Я считаю, что мы должны побиться. Как боец он очень хорош, но люди не любят его, потому что он какой-то туповатый. Знаете, никто его не понимает. Честно, он выглядит даже как-то по-идиотски, поэтому его никто не любит. Но... Дайте мне 30 минут, и я готов биться хоть с кем. Тони, Конор, без разницы. Может, с DC, без разницы. Ставки на бой Хабиба с Тони Фергюсоном уже принимают, а с прогнозами на бой с Сен-Пьером эксперты пока не спешат. For sure, sometimes I'm watching the fight and I'm like, man, I think I can beat these guys. Or after, when I'm done training, I feel like I'm very confident. But then after I go home at night, and do I really want to go back into a hardcore training camp of 2 months, put myself in jail, so to speak, and, you know, getting ready for hell, you know? And I'm like, no, I don't. Во-первых, Жорж официально не объявлял о возвращении. И во-вторых, бойцы выступали в разных весовых категориях. Момент, который... Меня немного расстраивает, это то, что он уже староват. Пару недель назад я говорил с Хабибом Нурмагомедовым, и мы, конечно же, обсуждали тебя. Так вот, он сказал, что тебе не стоит возвращаться. 38? Нет, Джордж, лучше оставайся на пенсии. Ты по-прежнему хочешь провести с ним бой? Maybe I'm completely out of my mind, and if I go back, I'll get my ass kicked. Ali Abdelaziz, Habib's manager, has come out in the media, told someone this, that... He thinks he has two more fights left. He's 28-0. He believes Habib will retire 30-0. That was his father's plan for him. So if you are Habib Nurmagomedov's promoter, Dana White, you know he's got two fights left. If that is the case, what do you want to do with those two fights with Habib? I don't know. Obviously, you know, he's got this Gaethje fight. That's a done deal. He's fighting Gaethje next. Mm-hmm. And then I don't know who his last fight would be to make him 30, so I don't know. In front of him. If he were to win then, he were to come to you and say, I want the final fight of my career to be against Jorge St. Pierre, would you entertain that? Sure. You would? Yeah, I mean, it's the last fight of his career. The guy's been great. He's been great to the company. He's been great for the sport. And, yeah, I like Habib a lot. I would do anything Habib. Ты один из лучших аналитиков в спорте, ты все знаешь. Ты 20 лет уже в ММА, что ты думаешь, я заслуживаю титульник или нет? Прошу, скажи им. А как считаете вы? Делайте свои ставки ниже и пишите в комментариях, кого бы вы хотели видеть номером один.